Партнер показа Vega Flowers Gallery. Композиции бутика Vega Flowers подчеркнут особенности любого интерьера. Добрый день! Хранить деньги на вкладе в банке можно будет бесконечно долго. Банкиры уже разработали соответствующие поправки в Гражданский кодекс и закон о страховании вкладов. Если закон, как они хотят, будет принят до конца года, то появятся так называемые бессрочные депозиты. Они будут оформлены как сберегательные сертификаты. Подписывая договор, вкладчик будет отказываться от получения денег по первому требованию. Проценты по ним будут фиксированными или плавающими. При досрочном закрытии сберегательного сертификата вкладчик получит его сумму и проценты по ставке до востребования. Это очень незаметные проценты. Законопроект могут принять до конца текущего года, тогда новый вид вклада может появиться в России уже в следующем году. Почему это нужно банкам? Потому что они хотят получить возможность не выдавать все деньги вкладчику, как только он этого потребует. Сейчас это право гражданина записано в Гражданском кодексе. Пока непонятно, почему это должно быть интересно нам. Это правило денег.